приветствую на своем канале, канал Технолог. Теперь я называюсь именно так. И в этом видео хочу вам рассказать про гаечные торцевые головки в наборах. Многие перед выбором, какой же купить. Вот я хочу на примере вот этого набора показать вам интересные моменты. Я уже однажды делал обзор про вот этот вот набор. Ну, тот обзор вообще такой глупый получился и длинный. Здесь я кратко хочу рассказать. Вот смотрите, обычно эти наборы 108 предметов, 110, 115, 120. В таких наборах обычно в комплекте все нужные размеры гаечных вот этих торцевых головок, всех бит, воротки, трещоточки обычно, да, ну и отвертка, ну, ручка под биты. Самый оптимальный вариант, такой вот набор, тут есть удлинители, вот воротки, удлинители, ну все, что нужно, переходники. И на что я хочу обратить в первую очередь ваше внимание в таких наборах. Вот смотрите пример, да, вроде обычная торцевая головка, да, вот под квадрат, на вороток, там, на трещотку, и вот посмотрите внимательно на ее профиль. Это профиль необычный. Он, видите, закругленная звездочка, это называется система SuperLock. Я уже однажды делал обзор на вот этот вот набор, ну, и тот обзор был такого качества не очень хорошего, ну, глупый обзор. В этом обзоре, вот, кратко хочу вам рассказать. Берите всегда вот с такой закругленной. Опять же, повторюсь, SuperLock. Что этот SuperLock дает? SuperLock дает захватывать слизанные болты. То есть вот эта закругленная вот эта часть позволяет обхватить слизанную гайку полной плоскостью вот этого торца, этого профиля, она захватывает слизанную гайку. И таким образом у вас получается открутить. Я сейчас не покажу на примере, я ссылку оставлю на видео, где это наглядно демонстрируется. Пример, как откручиваются. Так что вы это все увидите. У меня сейчас просто несподручно. Вот такой вот набор. Обычно 108 предметов. Самый оптимальный вариант, удобный кейс, такая прокладка, которую вы обязательно потеряете, поролоновая, чтобы не тряслись как бы вот эти вот все, хотя они вот здесь вот в ложементах достаточно прочно зафиксированы. И еще один нюанс, смотрите, вот трещотка, да, есть тоже двух видов трещотки. Есть трещотка с мелким зубом, у нее лучше шаг получается, да, откручивание и закручивание. А есть такие же внешне выглядят трещотки, у них крупный зуб внутри, в редукторе в этом, да, и она такая, у нее другой звук и другое вращение, то есть более такое громкое, щелчковое такое, где они не позволяют иногда вот в нужный угол провернуть рукоятку. Вот такой вот пример. Проверить это легко, смотрите, то есть когда вы вот так вот покрутите, вы почувствуете такую плавность, такую мелкость вот этого зуба при вращении и звук характерный тоже. То есть вы услышите. Ну, естественно, берите, конечно, фирменный там, ну, кому как нравится, конечно. Обычно инструменты вот такого плана хорошие, ну, я не говорю о западных прям вот из Америки, из Германии, а вот у нас, как обычно, из Юго-Восточной Азии, обычно Тайвань, вот эта сборка Тайвань, да, вот в данном случае, и Китай. Но Китай под контролем вот этих больших брендов исторически так сложилось, да, несмотря на то, что там коммунистический режим в этом Китае, там западные корпорации давным-давно уже построили свои заводы, капиталистическое вливание там средств было проведено, ну и они делают вот, допустим, инструменты САТА, они входят в группу компаний там супер навороченных инструментов промышленных, да, но производятся они исторически в Китае всю жизнь и для рынка Америки. Вот я немножко отклоняю, не буду вас отвлекать. Вот такие вот наборы, имейте в виду, все они идут вот с таким профилем, да, что длинные, что короткие. Вот круглый, закругленный. А квадратный, он у вас слизанный, простой, вот простой профиль. Вот у меня примера тут нету, но вот опять же по ссылке вы увидите этот пример в видео. Простой профиль, он не захватывает слизанную гайку. Далее, в этом видео по пути сейчас я покажу вам еще один прикольчик про аппарат, который я частенько уже засвечивал на канале. Ну, это так, чисто в оконцовке. Посмотрите, полюбопытствуйте. Очень удобная вещь. И подписывайтесь на мой канал, ставьте оценки. Всегда взаимка, всегда рад вашему вниманию. Всем спасибо, всем пока.